Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а это значит, что перед вами девятая часть моего прохождения игры Gran Turismo на первой PlayStation. Значит, в прошлой части мы с вами одолели второй чемпионат из серии противостояния стран автогоночных и заработали, значит, машину вот такую вот английскую, ТВР Церберу, на которой, собственно, мы и продолжим серию чемпионатов и постараемся выиграть третий из них. Здесь не нашлось места японским машинам, здесь будут у нас только Америка и Великобритания. Соответственно, по всем параметрам нам Цербера подходит. Ну что же, приступим. Сейчас зайдем, посмотрим. Так, ага, здесь немножко изменен порядок трасс и... Да и сами трассы. Special Stage. R11 у нас теперь последняя. Угу. Так, ну ладно, не суть важно. Приступаем. Кстати, предыдущий чемпионат мы прошли на такой замечательной машине, как Mitsubishi FTO LM Edition. Она себя показала просто великолепно. И она нам еще послужит. И не раз. Но это будет позже. Так, как обычно, давайте взглянем на участников. Ох ты, наш собрат, наш напарник по команде будет участвовать, Цербера. Так, опять же DB7, Камара, два причем сразу, и Концепт Кар. Ну, надо сказать, что что-то как-то разнообразием тут не блещет. То есть, по сути, только 4 машины разных, остальное повторение. Ну ладно, ничего страшного. Так, квалификацию по традициям пропускаем. И приступим непосредственно к гонке. Посмотрим, как покажется Цербера. Тоже должна быть довольно-таки сбалансированная машина. Заднеприводный маленький такой агрегатик. Так, а вот и наш напарничек едет. Сразу захватил лидерство. Ну чё, ты пропустишь первого номера своей команды? Так, ага. Сразу показывает свой нрав. Заднеприводный автомобиль. Ага. Довольно интересно им управлять. За счет своей мощности и легкости у нее, ну, нету недостаточной поворачиваемости, у нее скорее избыточная. Ну, ничего, думаю, я привыкну к этому. Вот так вот занесло. Держим, держим. На трассе отлавливаем хвост. Отличная скоростная связка на Trail Mountain. Проходится, в принципе, почти вся в пол. Только лишь в одном месте там можно сбросить газ. Если, конечно, войти в нее правильно, на эту связку. Потому что там, если закосячить ее в первом повороте из этой связки, то вся она идет на смарку. Надо там очень точно в нее входить. Ну, Церберка отличается отзывчивым управлением. Тоже мне нравится этот агрегатик. Если мы, правда... Ой-ой-ой, что-то мотануло. Хотим заработать все машины здесь, нам придется эти чемпионаты проехать по второму разу, потому что в каждом или практически в каждом из них даются по 2 варианта машин. По 2 разных, в смысле, машины. Абсолютно. И надо будет, соответственно, еще как минимум раз проезжать. А ведь они могут дать и такую же, и во второй раз. Но думаю, это будет позже.
Сначала мы проедемся по первому разу те чемпионаты, которые можем одолеть. А, или Вайпер дадут за вот этот чемпионат. Что-то, видать, я ошибся, да. С какого бы перепугу дали в чемпионате Япония против Британии американскую машину. Да, действительно. Вайпер, наверное, дадут нам за прохождение вот этого чемпионата. Да-да-да. Что-то я подзапамятовал. Ну и не учел то, что там американских-то машин предыдущих не было. Поэтому не могли нам там дать Вайпер. Ох, заговорился, вынесла. Так, ну вот. Начало положено. Победное. Очень неплохо. Машина мне понравилась. Очень отзывчивая в управлении. Так, а наш напарничек-то пришел вторым. Молодец, держит марку. У нас дубль. Так что сезон начался с дубля. Так, приятное отщелкивание денег в наш карман. Так, мы продолжаем. На очереди вторая трасса, Special Stage R5. Ночь. Улица, фонарь. Собственно, так ее и можно описать. В трех словах. Все они подходят. Комарика с лётаной парой. Я говорил, что мне этот комара не нравится. Именно вот эта модель. Ну, в гоночной раскраске он... Ну и как бы с гоночными обвесами он приобретает некую изюминку и выглядит получше, конечно. Но в целом все равно машина... Внешне, чисто внешне, она мне не нравится. Ой, передавил. Так, ну, ребята, стойте. Стойте, я вас догоню. Астон, куда это ты намылился? Твое место шестое. Ничего себе, блин, ты вообще охренел. Вылетаешь так мне в задницу. На штраф нарвешься. Накажут тебя судьи. Так, в погоне за нашим напарником. Кошмарики, 340. Километров в час. Серийная машина. Пусть и прокачанная, конечно, но все равно это серьезное достижение. Ой-ой-ой, что-то я поехал как на Клабман Кап. Я думаю, вы помните, как в 90-е годы мы все поголовно увлекались собиранием вкладышей от жвачек Turbo
и Бом-Бим-Бом. Ну, в общем, они были самые популярные, были и другие, конечно, но это, эти были вне конкуренции, в особенности, конечно, Турбо. Так вот, у меня даже до сих пор где-то есть эти вкладыши. Тоже они у папы моего где-то хранятся. Но они есть, точно знаю. Недавно их сам даже находил, пересматривал. Вот, и это было интересное, очень увлекательное занятие. В те времена, я помню, на переменках мы играли в эти вкладыши. Ну, все, наверное, помнят, как это происходило. То есть складывались этими вкладышами, потом выбивали их. Кто выбил, тот и забирает. То есть нужно было перевернуть их с тыльной стороны на сторону, где изображение машины, путем удара ладошкой сверху. Вот, и значит, это было повальное увлечение всех. Ну и к чему я, собственно, этот разговор завел, что вот Gran Turismo, оно как раз в те времена примерно и появилось, когда мы еще были пацанами там. И значит, оно очень вписалось вот во все эти увлечения, собирание вот этих вот вкладышей, потом коллекционных моделей, моделек машин. Тоже, думаю, многие увлекались этим. У меня тоже была коллекция, ну, где-то не очень большая, штук, наверное, 25 у меня было моделек. Вот, и, значит, Gran Turismo, оно как раз вот тоже из этой оперы. То есть множество машин красивых, классных, блестящих, которые можно покупать, вертеть, тут разглядывать по-разному. Вот, многие машины, тут как раз есть те, которые были на вкладышах Turbo, это тоже доставляло удовольствие поразглядывать их. Но тут ведь не только разглядывать, тут еще есть возможность на них еще и проехаться. Выбрать и прогнать. Выжать из нее всю мощу. Прокачать. И это своего рода стало, ну, как бы, для меня, по крайней мере, и для, ну, вот, моих друзей, для Лехи, в частности, это, наверное, где-то стало продолжением этого увлечения. То есть увлечением вот собирания этих великолепных вкладышей Turbo. А здесь мы увлекались собиранием также. Благо, количество машин позволяет. То же самое. Собиранием машин. Складированием их в гараже. Как-то мы пытались даже их, ну, покупать, зарабатывать, чтобы они у нас в гараже были по маркам распределены. Здесь-то еще фильтра нету в этой части Gran Turismo. И поэтому в каком порядке ты их заработал, купил, в том они и будут у тебя нагромождаться, так сказать, в гараж. А мы пытались, вот, допустим, делись там первые, там, допустим, Toyota, и собрать все Toyota. Потом только переходить на Nissan. Ну, как-то так, в общем. Поначалу еще более-менее получалось, а потом, конечно, все равно это все сбивалось. Список этот. Но попытки были. Тоже по-разному, в общем. Пытались. Так. Так, прошу прощения, тут у меня телефон зазвонил. Пришлось ответить на звонок. Ну и продолжаем. Так, что-то меня тут кто-то догнал. Даже обогнал. Это мой напарник по команде. Ты смотри аккуратней. Лидера команды обижать нельзя. Лидеры такие могут и обидеться.
Так. Ну, в общем, о чем мы там говорили? О том, что Гран-туризм это хорошее было продолжение по части увлечения нашим в детстве машинками, модельками, собиранием вкладышей. Ну и оно очень хорошо вписалось, в общем, в это все дело и продолжило, в общем, с очень, в общем, удачно все получилось. Вот. Так, ну тем временем у нас третья трасса. Мы на Церберах тут с моим напарничком пока что всех делаем. Церберам нет равных. Прям как два Мерседеса в этом году. Громим всех. Им в этом году тоже нет равных. Они со своей силовой установкой, конечно, вырвались вперед, и пока даже не видно, кто бы их смог догнать. То есть машина у них однозначно лучшая в этом сезоне. В принципе, конкурентов нету. Но, несмотря на то, что всего одна команда доминирует, сезон, конечно, получается очень интересный. Я прям рад, что за титул сражаются Хэмилтон с Росбергом. Очень рад за них. Давно уже. Ну, как давно? Росберг это, собственно, это вообще впервые получил он машину чемпионского уровня. И, наконец-таки, Хэмилтон получил возможность отправиться в погоню за вторым чемпионским титулом. Ну а Росберг, голодный до побед, рвется к своему первому титулу. И сезон получается интересный. Мерседесовцы, надо отдать им должное руководителям, что они дают им сражаться между собой, никого не придерживают. И конечно, картина получается очень впечатляющий. То есть помните времена, когда также доминировала Феррари, но тогда было гораздо скучнее, потому что по сути это был ну, просто была прогулка для Шумахера. Барикелло не давали с ним бороться на равных, поэтому все было предсказуемо. А здесь два классных пилота борются на равных. Вы посмотрите, какие у них сражения в квалификации. Хэмилтону, конечно, в этом сезоне меньше везет, у него на него больше каких-то неудач сыпется. Вот где-то по его вине сам ошибается, где-то в квалификациях в основном, где-то по вине техники. Но факт остается фактом. Ну а Росберг берет стабильностью, конечно, своей. Тоже молодец. Поначалу, когда в начале сезона Хэмилтон выдал там серию побед из четырех, казалось, что как-то да, Росберг что-то растерялся. И ну, уже начали закрадываться такие мысли, что проблем-то особых, наверное, у Хэмилтона не возникнет. Но нет, Росберг собрался и борется, продолжает. Теперь у них по победам, в принципе, почти на равных они. 5-4. Ну, Хэмилтон впереди на одну победу всего. Но по очкам все равно впереди Росберг, и ничего еще не окончено. И, кстати, вот это вот нововведение с этого сезона во многом, конечно, бредовое. Все-таки я против таких искусственных мер. Но оно может решить исход чемпионата. То есть я думаю, борьба-то такими темпами продолжится у нас до финала, наверное,
чемпионата. Хотя, если бы не было этого нововведения, так или иначе, все равно бы все решилось. Ну, многое решилось бы на последнем этапе. Несмотря на эти двойные очки. Шансов как бы у догоняющего больше просто сейчас. Ну, опять же, это больше искусственно все вводится. Так, у нас опять наисложнейшая трасса R11. Я, пожалуй, примолкну. Что-то у меня не очень получается одновременно ехать. И ой, ну совсем. Что-то я впилился в отбойник еще. Так, все, замолкаю. Надо браться за ум.
Так, ну тем временем мы так и продолжаем двигаться ровненько. Две церберки подряд. Так, ага. Это же была последняя трасса. Да, тут они чуть-чуть поменены. Там она была предпоследняя, Р11, а здесь последняя. Значит, очередной чемпионат остался за нами. Так, сумма у нас все растет и растет. Так, вот очередные 20 тысяч и почти 300 тысяч у нас в кармане. Отлично, отлично. Очередной кубок. И, ну, сейчас-то, надеюсь, нам дали вайпер. Сейчас мы заценим. Ну и получается вся серия этих чемпионатов, противостояний между гоночными державами закончена. Вот они, три в ряд золотых кубка. Мы их одолели. Теперь идем в гараж и посмотрим, что же у нас тут. Ага. Удивительно. RX-7 дали. Нет, это на самом деле хорошо. Машина-то классная, но я удивлен, что ее дали за чемпионат. Ага. British vs. USA. А призом там была японская машина. Интересно. Так, ну тем не менее, мы прошли эти три чемпионата, заработали 4 уже прокачанных машины, они у нас теперь уже так и останутся, естественно, продавать мы их не будем. Так, ну а в следующей серии, думаю, как раз вот поднакопившиеся эти денежки мы с вами потратим на приобретение машин для прохождения чемпионатов, которые... Ну, из категории лицензии Б, они полегче, мы их не прошли, потому что тогда у нас была только одна заднеприводная Сильвия. Сейчас мы будем проходить переднеприводный чемпионат и чемпионат легковесов, и также полноприводный, да. Вот, так что... Встретимся в следующей серии. Это у нас все будет в следующий раз. Ну, а в этой серии попрощаемся. Всем спасибо. Подписывайтесь обязательно. Оставляйте комментарии. Оставляйте пожелания. Свои впечатления. Ну и с вами был Скудер. Всем пока-пока. Встретимся в следующей серии.